прекрасно есть оборудованные безусловно детские, взрослые, ресторан, прям пляж. Какие-то тренажеры на воде. Мы пойдемте дальше смотреть. Здесь, по всей видимости, можно на досках кататься. Тут скалодром, катер, виксерф, ресепшн кафе. Еще одна локация. Видимо, зоны для барбекю. Потому что есть печи мангальные, спортивная площадка и поля для мини-гольфа. Какие-то интересные елки с шишками, пахучие. Спортивная площадка, баскетбол, футбол для деток. И, видимо, там дальше впереди для гольфа. Хотя, скорее всего, для гольфа вот это вот. Есть ломки. Скорее всего, вот эта площадка для мини-гольфа. Детками гулять на площадочке. Указатели, где что находится. На территории есть киберклуб, тир пневматический. Можно сходить пострелять. Можно взять на прокат велосипед, машинки. Там есть, видимо, лодки. На набережной разные кафе, есть караоке-клуб. По времени не знаю, как работает. И даже есть яхточки. Все оборудовано камерами. Еще вокруг строится. Мы ехали, на заборе было написано, что какой-то крытый термальный аквапарк, детская территория 5,5 гектаров. кто-то здесь еще расстраивается. Как всегда, я люблю Завидово. Возможны с обоходом на вот таких катерах. У меня, кстати, номер открывается на эту локацию. Какая красота! Карта. Территории Радиссон Завидово. Вот такой вот корабль на входе стоит. Пришла в спа-центр. Спа-центр работает на данных брендах косметических линий. За стойкой ресепшена выдают полотенца и халаты. Можно приобрести лавки, купальник, кто не взял детские круги. И идем в раздевалку. Вот я теперь в синем халатике собираюсь идти в спа-зону. Комната хамам. Ресторан Гриль. Красивые работы. пробирках. И не только. Гала-ужин, белая вечеринка. Всем добро пожаловать на белую вечеринку. Волна. Очень много докторов, всех в белом. Всем привет! Вот и закончился этот шикарный отдых в Radisson Завидово, Тверской области. Собираемся выезжать и снова в путь. Надеемся, что немножко получится сейчас еще в спа-зоне побыть до отъезда, так как отъезд только через 3 часа. Ну, либо порелаксируем где-нибудь в уютном кресле внизу, ожидая трансфер. Все, рада, что вы были со мной. И до новых встреч!